Всем привет! Вы на канале Таежный Роман. Сегодня мы с другом Максимом приехали на рыбалку. Привет. Да, всем привет, вот говорит. Короче, преодолели мы тут воды, капец, вот на Поварисе. Один раз втюхались, но выскочили, короче, кое-как. Пришлось санки расцеплять и вытаскивать. Короче, выехали. В общем, сейчас уже сели, начались поклевки. Вот поймал я первую подвичку. Вот такую вот. Надо, короче, сейчас сидеть, ловить и снимать. Находимся мы на секретной ламбине. Да, Максим? Одно из многочисленных озер Карелии. Какие вот красоты. Там ничего не видно будет. Воды капец по яйца, короче. О, Максим там кого-то посекает, у меня клюет, видите, клюет, ребята, клюет, ох! Сейчас, блин, камеру на штатив не успел поставить. Смотрите, ребята, вторую достал. Вот она, вот такая вот плотвичка. Вот место тут оборудовано дровами у нас тут. Максим тут позаботился, притараканил дров сюда на весну, когда потеплее будет, да? Сейчас часто все сырые, один хрен. Ну так, когда кто замерзнет, можно погреться. Сейчас я штатив достану, поставлю, блин, а то это клюет и не могу снимать. Уже две плотвички вытащил. Новые лица на канале у нас, короче. Ну, мы еще не знаем, будем ли это выкладывать, да. Возможно, ну его нахер. Неделю, короче, тут никто не был. Да, неделю. На этом месте. Как сюда высыпали мешок комбикорма, больше пока никто не ездил. Неделю назад. Так что тут вроде как котличка поклевывает. Самое интересное то, что настоящую донку только клюет. Вот сколько я не дрючил, не клюет. Только поставишь, начинают клевать. Стесняется. Завялим или на котлет. Что вы с ней мах делаете? Куда вы ее дьете? Вот ну? Да. Сейчас на вялку ее закройся. На вялочку тоже. Глубина тут, наверное, метров 6, да? Так, на глаз. Все по леске, короче. Метров 6 глубины у нас. Пока туда достанешь, пока мормышка назад уклонит. Хорошая что? Мгновенная. Мгновенная плотва. Я буду снимать. Сейчас трудовку напущу. Это никак не дает. Здесь по волосе, в Сибири называют сторожка. Так я, да, я канал смотрю, этот не диалогия о рыбалке. Сторожка, сторожка. Я думаю, блядь, что за сторожка? Вообще у нас тут никто плотва не называл. Когда там жил. Оп-оп-оп-оп-оп. Просрал. Сторожка все время, да? Все, сторога, сторожка, сторожка. Маленькая сторожка, крупная сторога. Вот, вот она, да? 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 Вот она, да?
сюда приедем, ждала. Оп. Такие подвинки. Хорошие. Какая она, кстати, сортовая, да? Но. Мой снегоход пока в разборе. Сегодня поеду за запчастями. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия, ничего не понятно, что, блин. Видно, что где-то почему-то подшипник на коленвалу, короче, весь в нагаре, как будто выхлопе, то есть туда газы проходили, как будто прорывались. Так что нужны прокладки, нужны сальники. Можно собирать будет. На кушки поклевывали, да? Дайте, ух ты, со дна как я сорвал, со дна как ее зацепил. Сейчас мы вторую доску соберем. Макс, тут две руки херачит. За кадром, за кадром. За кадром не слышно голос. Это значит, он ничего не ловит. Хотя слышно, блин, должно быть. Парыши уже стали окукливаться. Чё? Снимать? Я думал, трофей. Эмоционально. Может, лещ? Огромный лещ? Нет, так. Сейчас дернем, так. Пока еще не дадим. Плотва стоит, она не дает подойти, да? То есть, да, как-то бывает, периодически она подходит, когда шанс. Либо когда уже просто хотят есть. Две донки вам сделаем. Она доходит? Да. Клюет, ребята, нас. Эту донку тоже отцепилась. А? Это колесо. Не дает, да? Смотрите, это клюет. Коленники не дает надеть рыба. Она издевается, короче, над тобой. Понял. Этот
кусочек назовем, как Макс надевал наколенник. Специально, да? Она ждет, бля. Дали тебе надеть? Плюет, плюет, плюет! Одну часть дали. Даже опуститься не дала донки. А, кушок. Так и брать, Макс, или выпусти? Нет, не нужно. Смотри, на черную, блин, вольфрамовую не клюет. Потом вложат нас, приедет товарищ судник, да? И начнут взвешивать рыбу, бля, безменом карманным, который вместо, блядь, 2,5 показывает 5. Беленькая мурмышка, да? У меня разные. Не, ну вот на этой. Так. Вот тебе жилец. Вес. Я его вот так вскользь. Все нормально. Я его не подкидывал вверх. Все, застегнул. Вот. Человек надел лямки. Мы теперь снимаем. Сейчас я вторую мормышку поставлю белую. Что-то на красную клюет, а на белую не клюет. Ой, на черную не клюет. На черный вольфрам что-то не хочет брать.
по несколько штук подряд вытаскивай или нет? Что? По несколько штук подряд вытаскивай? Да. Туда привяжу блесенку другую. На вторую донку мы поставим белую мормышку. Ну я на другую донку. Да, потому что на мормышке лучше. Нет, так у меня мормышки и были. Просто она у меня черная, вольфрамовая. Такая темная. Что-то на нее как-то это. Скромно. Но это хреначит она, ну нет. Тонку не утянула. Вроде плотвичка, блин, а. Брякнула, да? Ну, еле схватил. Успел. Я уже думал, не плотвичка. Мне что нравится, понимаешь, здесь. На глубине рыбали. И вот так вот в одном месте. Так что можно поймать любую рыбу. Налима на 3 килограмма. О, на удочку. На мормышку. Да? Угу. Также сидел плотвичка, плотвичка потом. Да? Бах. И также тут занял кило 200 самого крупного окуня. А так кило 100.
считаешь, чем закончится поклёв? Доночку отцепила. Там сорвалась вся зараза. Сразу клюнула на новую мормышку. Насколько острый крючок, понимаешь, в чем дело? Вот, я проверил. Сразу лип, наверное. Щука плюнула, а это лопа. Налип, что-то из этой оперы. Пока это завуалированная щука. И налип. Снегоходы загудели. Что? В поселке снегоходы загудели. Все посмотрели, что народ проснулся. Кто-то прошел по льду. Да пусть едут. Значит, есть езда. Ага. Все погнали. Я вон весь сырой, блин, там кидает в санки столько воды со снегом. Да, мне вдвоем ехать невозможно, потому что проваливаюсь. Но приходится в санках одному ехать, короче. Потому что жопа поварится, тонет. А в санках, когда сижу, нормально пролетаем. Эти ответы мы пролетаем вверх. Лыжи. Опа, хорошая поклевочка была, прям придавила нормально. Ты кричи, когда будет хорошая поклевочка. Чтоб я успел камеру на тебя повернуть. Пока только эти налимы, да щуки какие-то завуалированные. Причем такая пузатая, с крылой поплыла. Да, вон у тебя долбанит, вон смотри, у тебя долбанит. Долбанишь. На две. Да тут как раз и хорошо плотва, что она вся с икоркой, понимаешь? Да, сейчас вялик просто даже. Скорее всего, мы, наверное, вот эту вот плотвицу и повязали. Да, уже завялить ее. Сушилка есть. Все, сейчас плесна, плесна вот у нас. Вот у меня плесна одна стоит. Плесна вообще не работает. Ну, плесна у тебя стоит. У тебя три донки, что ли? Есть. Ну, а там плесна. Ага. Плесной тут поиграться, но некогда. Ничего, она стоит. Мышку очень даже хорошо придавило.
тоже могут быть на лимчике. Понимаешь, вот такие срывы, вот окуни, вы чувствуете, как он приходит. У него кость в основном здесь, а на лим и лещ у него мягкие ткани. Ткани клюет, мы покажем уже, сколько наловили за 10 минут. Только скажешь, не клюет, уже вроде как клюет. Так, вот так. У Макса так. Еще живцы вон плавают. Уже на щуку. Ну да, вот бывает даже вот так вот. Дуплет. Так даже приятнее, как бы вытаскивать. Ага. Представляем, представляем, как приятно было тянуть. У меня тоже тут поклевывает потихонечку. У меня по одной мормышке висит. У Макса случился обрыв, сейчас тянул кого-то, камеру не успел включить, бля, оторвало. Хорошее что-то вообще. Да? Ну, надо было, бля, в наглую не тянуть. Я все равно как-то ты травил. Эх, оторвало, бля. Что-то оторвало у него только что. Остается гадать, что это было, бля. Ты видел, что тяжело? Да я видел, тянул вообще тяжело, видно, что что-то большое-пребольшое. Ладно, ждем поклевок. Пока вот так вот. Кушков тут надергано, плотвичек. Таскаем потихоньку, сидим. Вот у нас обед, короче, начался. Макс кашу наварил. Сейчас будем кашу есть. Да, Макс? Чем у нас каша? Каша называется из топора. Из топора? Ясно. Ну давай мне накладывай. Сначала рыбе, говорит. Тушенкой, да? Сразу же, блядь, поклевка. О! Матрос. В другую лунку раз. Это у него занята такая карусель. Карусель. На лифте покатался, да? Сейчас. Вниз, в другую лунку только. Так, что-то клёв немножко подтих. Короче, собираемся, мы на другое место переезжаем. Поймал я где-то штук, наверное, 40. Килограмма, наверное, 2-3, наверное. Хорошая. И Макс столько же наловил. Вот. Вот такие плотвички есть. Короче, решили мы тут поэкспериментировать и съездить дальше мы к островам, посмотреть, что там. Сейчас собираемся. Выезжаем на свой страх и риск. Сторону. Ой, поехали мы, короче, и как втюхались, блядь, в воду. Короче, накопались, нарылись, блядь. Короче, блядь. Ой, жесть. Сейчас вот уезжаем. Потихонечку Макс вот так вот идет. Тут рыли, копали и кое-как развернулись. Короче, блядь. Жопа. Жопа проваливается. Все. Опять провалились. Все, отцепляю. Сейчас отцеплю. Короче, кое-как мы выехали. Натрахались, блядь, все сырые. О, блин. Я в болотниках, но у меня тоже ноги сырые. Мне гусеницы накидало прям в сапог. Когда буксуют. Воды с снегом, блядь, столько, что даже двухлыжные. Все, они встают. Так. Вот это... Загородный быт. Это я подбил от человека. Говорю, поехали до островов, проскочим, может быть. Ага, проскочили, бля. Открыли купальный сезон. Уже несколько раз открывал. Да. Есть, ты в этом году... Уже весна, уже март, уже пора. Ты в этом году постоянно. Да. То в речке, то, блядь. А в этом году как всегда что-то постоянно получается. Ой, бля, капец. Давай будем пробегать. Трахались. Решили. Давай. Опять мужики втюхались в воду. Рядом со своим следом. Опять накопались и, короче, вернулись обратно. Фу, блядь.
И кто говорит, что лыжные снегоходы не боятся воды? Боятся, еще как боятся. Да, выезжает он легче, конечно, чем буран. Но вот санки через веревку привязываем. Короче, один, короче, садишься, тут получается лед сверху под снегом. Сантиметров на 5 такой, он ломается, там вода. Не капец, и короче, снегоход проваливается туда. Если человек на него садится, он проваливается. Без человека едет. И вот рядом бежишь с ним. Вот Макс бежал рядом, а я санок вылез и иду. Бля, пропахали такую территорию. Короче, вернулись обратно. Просто, ну, ни с чем, так сказать. Не доехали до островов. Не смогли. Просто не смогли. Он подбил человека, говорит, давай съездим, попробуем. Воды вроде немного. Как сели, бля, по самой подножке. По самой подножке. Просто писец воды. Да, жопа, бля. Бля, рядом со следом, смотри, туда проехали, тут не валились, ничего. А назад писец. Ну все, мы нарыбачились, короче. Намочили ноги, все сырые. Приехали на старые унки, тут еще по пару штук поймали. И, короче, решили ехать до дома, пока совсем не отпустило лыжню. Вот так я поймал. Ладно, поедем до дома. Всем пока. Увидимся на следующей рыбалке, когда подморозит. Так что все. Макс, давай, прощайся. Ну вот, развесил. Вот, висит, сушится.